проект движения промышленных кооперативов, предложенный Эдгаром Сноу и Реви Алием, встретил поддержку деятелей разных кругов на заседаниях этого клуба. В мае 1938 года в ресторане «Диндиан» был создан комитет содействия развитию китайских промышленных кооперативов. В его состав вошло 11 человек. Кроме супругов Сноу и Реви Алия, его членами также стали известные деятели культуры, член КПК, находившийся в подполье, Ху Юйджи, специалист по вопросу кооперативов Лу Гуамянь и известный банкир Сю и другие. Реви Алий думал, что нужна броская эмблема для этого проекта. Он изготовил значки из эмали и придумал простое название – Гунхэ – промышленные кооперативы. Гунхэ – 实际是工业合作的缩写, 它意味着一起工作, 好记, 好写, 有内涵丰富。 考虑到当时的工业促进会的成员, 有许多人是基督教徒, 这样艾黎呢便把公和二字放在了基督教青年会三角符号内组成了公和的三角图案。 Когда первые партии значков были изготовлены, Реви Алий в первую очередь приехал в дом Эдгара Сноу, где вручил значок под номером 1 Элен Сноу, которая была первым инициатором основания движения Гунхэ. Впоследствии Элен Сноу в шутку сказала, что Реви от рождения являлся человеком, который мог передвинуть горы, а я с момента рождения была человеком, который мог мобилизовать таких людей, как Реви, обладавшего способностью передвинуть горы. Члены Комитета содействия развитию китайских промышленных кооперативов хорошо знали, что без помощи национального правительства создать 30 тысяч кооперативов в неоккупированных врагом районах невозможно. Теперь самым главным делом было как можно скорее получить одобрение центрального правительства, которое перебралось в ходе войны сопротивления в Ухань. В конце концов, Эдгар Сноу сумел уговорить нового посла Великобритании в Китае, сэра Арчибальда Кера, и попросил его взять с собой во временную столицу страны Ухань проект промышленных кооперативов. Кер сумел очень ясно и четко изложить идею супруги Чингайши Сун Мэйлин, которая выступала за войну захватчиками в гуминдановском правительстве, и австралийскому советнику Уильяму Хенри Дональду. Сун Мэйлин сказала Дональду: «Пусть Реви Алий сюда приедет. Давайте организуем это движение». Получив из Уханя соответствующую информацию, Реви Алий решил отказаться от должности главного инспектора отдела промышленности муниципалитета в международном сеттельменте Шанхая, чтобы включиться в работу по осуществлению проекта Гунхэ. Генеральный секретарь отдела промышленности муниципалитета, гражданин Юар, жалел его и уговаривал: «Правительство в Ханькоу существует не больше 3 месяцев. Ты напрасно бросил свое дело. В Китае царит полная неразбериха. Не надо связываться с этим проектом». Однако Реви Алий уже принял решение. Вскоре он получил разрешение уйти в отставку и досрочно получил часть пенсионных денег. В тот же день вечером он отправился в Ухань. Приехав в Ухань, Реви Алий заметил, что высокопоставленные члены Гоминдана не стремились давать активный отпор захватчикам. Это сильно контрастировало с огромным желанием народных масс бороться против захватчиков. Тогдашний зампредседатель административного комитета, министр финансов Кун Сянси, холодно отнесся к проекту Гунхэ. Министр экономики Вэн Вэнхао также пытался уговорить его отказаться от идеи создания кооперативов. Он сказал Реви Алию, что Китаю, конечно, нужна современная промышленность, но вместе с тем не нужно движение за создание промышленных кооперативов. Народные массы Китая все больше разделяли взгляды и политику Компартии. Реви Алия активно поддержали коммунисты. Это его обрадовало. 艾黎到这个武汉的时候，就已经去八路军办事处找到了周恩来和博古，向他们详细讲了一下这个计划的内容。当时呢，周恩来就表示说，我们共产党会支持的，但是我们希望这个共和这个运动啊，是要把它搞成一个最广泛的统一战线的这么一个运动。 Когда Реви Алий почувствовал, что его мечта отдаляется, появился новый шанс. Однажды Кун Сянси создал совещание некоторых промышленников в Ухане, в том числе пригласил Реви Алия и Уильяма Дональда. Однако собрание еще не успело начаться, как Сун Мэйлин, кипя от возмущения, вошла в комнату и потребовала от Алии Дональда выйти вместе с ней. 3 человека спустились по лестнице и вошли в гостиную. Через некоторое время туда же пришел Кун Сянси.
宋美龄一见到孔祥熙呢，就跟他大发雷霆，跟他说，我已经有许许多多的计划全都被你给破坏了，现在这次我这个计划一定要实现，你现在就要给共和开绿灯，马上呢就要给艾黎啊授权。На другой день утром Алий получил необходимые полномочия и начал работу. 5 августа 1938 года доска с надписью «Китайская ассоциация промышленных кооперативов» была вывешена на здании банка Якогамы. Кун Сянси занял должность председателя правления. Риви Алий был назначен техническим советником административного комитета по вопросам организации движения Гунхэ. Хотя доска уже висела на доме, но все понимали, что если движение действительно развернется, то появятся трудности. Гунхэ в начале действительно встретил большие финансовые трудности. Очень долгое время они только получили от Сун Цзивэн из Гонконга деньги. 那么艾黎在这个时候甚至有时候自己要贴钱了，把自己的积蓄、退休金什么的拿出来。25 августа пришла печальная весть. Самолет, на котором летел банкир Сюй Синлю, был атакован японцами. В результате Сюй Синлю, который активно изыскивал средства для реализации проекта Гунхэ в Сянгане, погиб. В этот момент война сопротивления японским захватчикам, подобно продолжительной высокой температуре, стоявшей в Ухане, тоже достигла своего предела. Японские войска продвинулись до города Дзюцзяна, провинции Дзянси, приблизившись к Уханю. Баоти, который находится в центральной части провинции Шэньси, был конечной станцией на западе железной дороги Лунхай. В начале войны сопротивления японским захватчикам Баоди стал самым дальним местом, до которого люди могли доехать на поезде, для того, чтобы избежать ужаса войны. Так как возникла угроза оккупации японцами временной столицы страны, Ухани, беженцы, волна за волной, стали прибывать в Баоди. Заводы, школы и правительственные учреждения непрерывно размещались здесь. Везде можно было увидеть домашний скот, палатки, лачуги и много беженцев. 23 августа 1938 года, через две недели после создания Китайской ассоциации промышленных кооперативов, согласно требованию Алия, Ли Гуанмянь и еще один работник приехали в Баоди для развертывания движения Гунхэ. В то время в городе Баоди товаров было очень мало. Даже обычные предметы обихода было трудно купить. Однако Лу Гуанмянь считал, что это самое подходящее место для развертывания организации промышленных кооперативов. Когда Лу Гуанмянь учился в Пекинском университете, он с Лян Шумином и Янь Янчу участвовал в движении строительства деревень. В 29-м году он поехал в Великобританию учиться. После того, как произошел инцидент 18 сентября 1931 года, он вернулся на родину. Он стал одним из первых основателей сельских кооперативов и одним из китайских участников движения промышленных кооперативов. В городе Ухани Лу Гуанмянь и Риви Алий обсуждали разные вопросы в течение нескольких месяцев, а также организовали трехмесячный курс обучения. Главным вопросом был, как создать первый промышленный кооператив. 他到宝鸡以后呢，就找了一个小客栈住下来。小客栈里也不太安静，但第二天早上他起来以后呢，就看到那个就在他小客栈的附近吧，这个周围他转了一圈呢，有十几伙那个就是铁匠工人，都在各自的在那打铁生产那些铁器。 Погуляв, Лу Гуанмянь заметил, что изделия, которые несколько кузнецов сделали, очень похожи. Он начал разговаривать с ними, стал призывать организовать кооператив. 说如果你们一起去采购东西也可以便宜一点，然后呢，一起去销售呢也可以避免互相竞争，然后必要的时候还可以，比如说这个比较。 多一点的一起来那个定活吧，就是做一些活，做活可以一起来定，这样也可以提高你们的信誉。 Его слова подействовали на некоторых кузнецов, однако кто-то поверил, а кто-то нет. 当天的下午，他就邀请他们，就到他住的下
住的那客栈里来开了个会，向他们又进一步的这个说明恭和吧，这个它的意义吧。然后他们就同意推选了一些人来组织这个第一个这个打铁的合作社。Таким образом, первый промышленный кооператив по ручному производству железных изделий Дахуа был создан Баодзи. 9 членов кооператива были беженцами из провинции Хэнань. Лу Гуамянь с радостью сообщил эту новость Али телефону. Спустя несколько дней Али приехал в Баодзи. Не прошло и 2 недель, как было создано более 10 кооперативов. За год с лишним в северо-западном районе с центром в городе Баодзи были созданы 557 промышленных кооперативов. Стоимость производства за месяц составила более 4 миллионов юаней. 工业生产合作社呢，就是说，由社员组成，少则7-8个人，多则20个人，每一个社员都是平等的，每一个社员都有自由一票，所以他们的生产计划、生产管理、分配，都通过民主讨论、民主决定、民主管理、民主分配。 Это первый шерстяной ковер, который был изготовлен промышленным кооперативом Баодзи. Ковер хранится в музее представительства 8-й армии в Сиане. Элен Сноу хранила его более 40 лет и передала потом Китаю. В начальный период войны сопротивления японским захватчикам большинство китайских солдат, которые получили легкие ранения, гибли от того, что тонкие ватные одеяла индийского производства не могли хорошо защитить от мороза. А японские захватчики пользовались толстыми одеялами шерсти, которые шли на экспорт из Китая. Правительство Гоминдана 2 раза за рубежом закупило 1 миллион штук одеял, но они были захвачены японской армией. Узнав об этом, Али предложил, используя Китайскую ассоциацию промышленных кооперативов, изготовить одеяло для солдат. Кунг Сянси, the prime minister at one stage, said, "What are you people trying to make us fight? And we don't even have blankets enough for the generalissimo soldiers." So I said, "Well, let's make the blanket." Летом 1939 года военное министерство согласилось с предложением Алия и выделило 1 200 000 юаней Китайской ассоциации промышленных кооперативов, дало заказ на 400 тысяч шерстяных одеял. Промышленные кооперативы, расположенные в северо-западном районе страны, были мобилизованы. Везде можно было видеть, как работали прялки. До 1942 года промышленные кооперативы в разных районах, в особенности промышленные кооперативы в северо-западном районе, считали главной своей задачей обеспечить войска 2 500 000 одеял. Как фронт, так и тыл высоко ценили кооперативы. Это сильно помогло распространить влияние движения Гунхэ. С 1938 по 1941 год – самый хороший период бурного развития движения Гунхэ. В конце 1938 года в стране только промышленных кооперативов было 69, а в конце 1940 года их количество достигло уже более 1780. Стоимость производства за месяц составила более 24 миллионов юаней. Промышленные кооперативы находились в 17 провинциях. Членов кооператива было 25 тысяч человек. Продукция промышленных кооперативов предоставлялась и в целях военного снабжения, и для простого народа. Это не только стало эффективным средством борьбы с блокадой, но и сыграло важную роль в предотвращении демпинга японских товаров, утечки людских и материальных ресурсов. Помогло нанести удар по тактике японских войск, вести войну на средства самой войны, закабалять Китай руками самих китайцев. Work together, and that's what we're trying to raise a movement to do. And there is no other way to do this movement than by getting the people of China to do it themselves, to build on the group consciousness of people to carry that out. We have no way to provide a huge organization to marshal people in, to make them do something. That won't work. These things must be done by the people themselves, and they must be encouraged to set up those little industries to do them. 共和之所以能在短时期内得到迅速的发展，首先它应该是一个统一战线的产物。它虽然得到了国民政府的批准，但是它也得到了包括共产党在内的。 全国各政治势力的认可，因此也在全国各地得到了很大的支持。 На этой фотографии Сун Айлин, Сун Чин Лин и Сун Мэй Лин вместе инспектируют больницу Гунхэ в Чунтине.
период войны сопротивления захватчикам движение Гунхэ было единственным, которое получило общую поддержку со стороны трех сестер. Движение Гунхэ в неоккупированных японцами районах бурно развивалось. Однако финансовые трудности все время были проблемой. Али понимал, что если опираться только на помощь бюрократического аппарата партии Гоминдан, то это движение не сможет развиваться. В конце 1938 года по поручению Али мисс Ида Пруит приехала в Сенган и под руководством Сун Цинлин начала вести подготовительную работу по созданию международного комитета, чтобы получить помощь из границы. В январе 1939 года в Сенгане был создан Международный комитет по содействию китайским промышленным кооперативам. Сун Цинлин была назначена почетным председателем. Английский епископ Сенгана Рональд Оуэн Холл был назначен председателем. После этого в Нью-Йорке, Маниле были созданы комитеты по материальной поддержке китайских промышленных кооперативов. Пожертвования, которые получил Международный комитет по содействию промышленным кооперативам, были прямо переведены в кооперативы в разных районах, а не через Китайскую ассоциацию промышленных кооперативов, расположенных в Чунсине. Таким образом, пожертвования вовремя были переведены в нужное место. Сун Цинлин много раз выделял средства и жертвовал вещи Северо-Западной 8-й армии через Международный комитет по содействию промышленным кооперативам. По статистике доктора Чин Ханшена, в период войны сопротивления захватчикам объем пожертвований, которые Международный комитет собрал в разных районах мира, составил 5 миллионов долларов. Это 2/3 от общих средств, вложенных в движение Гунхэ. За первые два года после начала развертывания движения Гунхэ задачей Али являлось создание кооперативов в разных районах страны и потом их соединение вместе. Али объехал неоккупированные японцами районы Китая. Длина его маршрута составила 30 тысяч километров. Это эквивалентно 10-кратному расстоянию поездки по Новой Зеландии с юга на север. А в то время в Китае почти не работал железнодорожный транспорт, было мало шоссейных дорог. Кроме того, бушевала самая жестокая война 20 века.